Много нареканий на работу недавно созданной службы 115, 115, это как скорая помощь. Это правильное было решение. И эту службу надо иметь независимо от ЖКХ. Она не должна находиться в ЖКХ. Эта служба должна находиться в райисполкоме, где-то в другой организации, куда поступают все жалобы от населения. Набрал номер 115 или 115, набрал номер. Тебе диспетчер ответила, зафиксировала твою жалобу и отдала исполнителю. И проконтролировала эта служба, как исполняется поручение. Хорошая система. Но нареканий много. Я полагаю, нам в правительстве надо, Владимир Евгеньевич, серьезнейшим образом прошерстить, как функционирует эта служба и как она работает, чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь.